Опять нам гости? Нет. Лови. Най, смотри, чей-то домик там разрушился. Ого, ничего себе, может быть, кому-то нужна помощь? Чей-то, интересно, дом. О, а там, смотри, кто-то есть. Кто же там есть? Федя. Кто это? Макс. Макс? Да. Ничего себе, его завалило, да? Давай доставать. Да. Ой, достали беднягу. Как же он умудрился-то туда попасть? Давай соберем его домик заново. Строим Максу домик, продолжаем. Уже есть все стены. Осталась крыша. Что это, Настя, у тебя осталось? Крыша еще, да? Еще одна часть. Какая ты молодец. Ох, еще и столешница тут будет? Да. Отлично. Папа. Плита осталась? Да. Так, куда же ее устанавливать-то? Вон, смотри, пазы. Да-да, вот в ту сторону. Плита готова. Настя, смотри, у тебя тут даже огонь горит, да? Нет. Как будто камин. Заносим табуреточку. Вот теперь и мебель есть. Что у нас осталось? Дверь. Дверь. Новый домик. Нравится? Ку-ку. Ой, а кто-то звонит к нам? Кто-то пришел? А это пришел Дюк. Он принес нам попить. Смотри, какой он смешной, классный. Держи. Вот теперь у нас есть Макс. Ошейник, да, красивый какой? А ушки? Оп, оп, смотри, одно выше, одно ниже. И Дюк. Теперь Макс с Дюком. Ему теперь не скучно. Опять кто-то пришел? Ой. Хлоя пришла? Да. Точно! Ох ты! Настя очень любит Хлою. Какая она классная. Смотри, какой длиннючий хвост. Это. Да, и ушки. Оп, оп. Оп. Мордаха такая у нее симпатичная. Вот уже целая команда. Ты слышишь? Что же это такое? Никого нет. Опять нам гости? Мел. Открывай скорее. Кто там? Мел. Мел? Точно, да. Это мопс Мел пришел к Насте. Ой, обнимемся, да? Его, как Настя его приветствует. Здорово. Ой, здорово. О, какой хвостик у него. А ошейник ты видела тоже какой? Я видел. И ушки, а язычок смешной. Носик. Классный пес, да? А это язычок. Как он делает? Точно. О, Настя, опять кто-то. Ты слышал опять этот звук? Что это за звук? Там что-то слышно? Я не пойму, где это и что это. Да что же это за звук? Пошли искать. Как ты думаешь, откуда он доносится? Не знаешь? Нет. Спроси у ребят, может, они знают? Где это? Не знают? Нет. Пошли искать. О, Настя, а вот я кого-то нашла на крыше. Это же гиджет. Настя очень смелая девочка, залезла на крышу и спасла гиджет. Молодец, Настюша. Вот и наша гиджет. Давай посмотрим, что она умеет делать. Оп-оп, смотри, скачет. Нажимай на бантик. Ой-ой, стоп-стоп. О, я что, шустренькая какая.
I am so lucky I found you. Падает она у нас постоянно. О, опять гости. А это принесли еду вам, представляешь? Что там за вкуснятина? Даря. Что? Даря. Не знаешь, наверное, да? Нет, Даря. А на ведерочке у нас что нарисован? Макс, смотри. Ой, мыл. Мама, Даря. Откроем? Да. Ух ты, целое ведро попкорна. Вкуснота? Ну, угости всех. Смотри, они ждут с нетерпением. Вон как хотят кушать. Хлое, Максу, Мелу, Дьюку и Диджет. Настя, по-моему, кого-то не хватает, да, в нашей компании? Да. Котики. Кролика? Да. Где же он может быть? Нет, здесь. На крыше? Да нет, на крыше нет. А вот же он сам пришел. Это кролик Снежок, да? Да. Вот и все наши герои из любимого мультика «Тайная жизнь домашних животных». А что же он нам принес, Настя? Смотри, какая-то игра. Ух ты, какая-то. Вот такая, ты думаешь, игра? Да. Давай откроем и поиграем со всеми вместе. Да. Это игра или набор для барбекю. О, давай будем делать барбекю для всех. Да! Отлично! Ух ты, это сама барбекюшница, да? Это что-то похоже на тарелочки. Раскладывай всем. И вот что еще было. Здесь должно быть 4 лопаточки, чтобы держать готовые продукты. Бекон, сосиски, зеленый перец, лук и кукуруза. И тарелочки. Игра на батарейках. Ой, сможешь такой работать? Да. Да? Хорошо. А давай попробуем включить. Ой, слышишь? Стреляет. Нагрелась? Давай пробуй ложить на нее продукты. Бекон. Ой, жарится что ли? Сосиску. Ну хоть не горячая, да? Давай сюда все, бросай все наши продукты. Накормим наших друзей, да? Так, а теперь нам нужно лопаткой это все вылавливать. Все жарится и прыгает, как на сковородке. Сосиску Максу, да, ты решила отдать? Ой, прыгают, прыгают. Ой-ой. Лови. Сосиску поймала руками. Ну ничего, кому дашь? Кому еще одну сосиску? Ага, Снежку, да, кролику сосиску? Может, кролик же у нас не кушает сосиски, Настюша. Давай сосиску отдадим Мелу. Давай? Давай на нос ему положим. Ты перцем решила кота накормить? Мне кажется, это больше подходит кролику. Точно, вот кролику мы отдадим перчик. Вот, Хлоя, кушай бекон. На нос. Максу на нос прилетел бекон. Ну, всех накормили. Настюш, уже вечереет. Может быть, ребята хотят спать? Возьми покрывальце и неси в домик, постели им хорошо, чтобы они легли спать. Сначала Гиджет. Снежок. Мел. Макс. Хлоя. Последняя. Ну что они там, Настюш? Спят? Да. Уложила их всех спать. Да. Молодец, пусть они отдыхают. Они устали за целый день. Да. И мы прощаемся. Не забудь поставить нам лайк и подписаться на наш канал. Пока, ребята!
Выбирай, что ты будешь смотреть дальше.